Ребята, всем доброе утро. Готовили Миланке кашу. И представляете, не заметила, в общем, вчера, когда были в магазине, не купила кашу овсяную или пятизлаковую. Ну, почему-то думала, что еще есть. Ну, хорошо, у нас есть кукурузная. Так что сегодня у нас будет кукурузная каша, Милана. Кстати, это такая кукурузная каша, не помню, как называется фирма, но она именно мелкая, перемолотая крупа, очень быстро варится, и получается такая, знаете, даже взбивать не нужно. Ну, просто вот Миланке, да и мне, честно сказать, нравится, когда каша такая воздушная, а ее даже не нужно взбивать. Общем, сейчас варим кашу кукурузную Миланке, сейчас будем делать кофе. У нас... Все так же булочки, греческая улитка с шпинатом и сыром, нереально вкусные слойки. Разварила вот такой вот чай, я вчера на ночь пила, и вот заварка еще осталась. Завариваем вот такой вот чай, мне нравится алтайский травяной чай, нереально пахнет, знаете, мятой, барбарисом. Вроде барбариса здесь нет, но пахнет реально барбарисом. Конфетки, знаете, такие леденцы барбарис. Так, каша уже кипит. Кипит. Эта кукурузка варится очень быстро, 5 минут. Потому что когда варила, ну, как бы обычная, да, крупа кукурузная, она варится намного дольше. Если не ошибаюсь, там, по-моему, 15-20 минут. Если не ошибаюсь. У нас еще мы так и не доели... Кокосовое печенье. Здесь нужно доесть, вон, правда, один уже доедает. Зефир, барни, вот со шпинатом булочка. В общем, нужно такую сладость доедать, потому что срок годности все-таки тоже подходит. Ну, смотрю, конечно, я все это контролирую, но нужно доедать. Ну что, сейчас буду делать маникюр. Для начала нужно снять гель-лак. Я делаю это с помощью вот такой вот машинки. Буду сейчас снимать гель-лак, немножко укорочу, слишком длинновато ногти отросли, и, ну, совсем чуть-чуть, в общем, укорочу. Форму оставлю такую же, не менять не буду. Я что-то думала, может быть, сделать квадратную, как бы укоротить такую вот квадратную, но потом решила, нет, мне все-таки больше нравится вот такая вот форма миндалевидная. Немножко даже ее, наверное, как бы более острую сделаю, но не сильно острую. Ну, в общем, буду делать сейчас маникюр. Гель-лак выбрала в трех цветах. То есть будет лиловый новый гель-лак, будет нежно-голубой тоже новый гель-лак и молочный. То есть один ноготь, допустим, молочный, голубой другой, третий лиловый. Ну, и тут повторяется. Вот, так что такие дела, потом, конечно же, обязательно покажу, что у меня получится. Делаю это в ванной, потому что на самом деле удобно, лично для меня, потому что над ванной делаешь, чищаешь весь этот гель-лак, и этот порошок просто потом смываешь водой, и все, я имею в виду, делаю прямо вот здесь, в ванной. Ну что, одну руку я уже закончила, по-моему, очень классно получилось. Лик, тебе нравится? Да, очень. Смотрите, как красиво. Молочный, голубой и лиловый. Ну и теперь буду второй рукой заниматься. У нас на улице такой ураган. Это что-то с чем-то. Но нам нужно в магазин еще выйти. Я не знаю, как мы туда пойдем. Такой ураган. Пойдем и все. Лика, ты какой маникюр будешь делать? Голубой, молочный, голубой. Такой же, как и я? Нет. Один ноготь голубой, полностью другие молочные. На двух молочных голубые такие размеры. А, такие как полосочки. Ну, такие полосочки, да. Слушайте, ну классно вообще. Единственное, что вот этот вот лак, вот эта фирма, да, я заметила все. У нас еще белый есть, и вот сейчас мне появился. Мне очень нравится, как ложится. Они, именно вот эта фирма, надо слоя 3 делать. Потому что такие они не очень ровно получаются, ну, таким с просветом, скажем так. А вот в 3 слоя получается очень симпатичненько.
Так, ладно, буду заниматься второй рукой, но я прям довольна, очень круто получилось. Прям такое сочетание красивое, нежные цвета. Мы с Ликодолго, кстати, искали вот такие цвета, голубой, лиловый, именно нежный, потому что очень много голубого и лилового цвета, но они очень такие яркие, насыщенные. Нам хотелось именно что-то такое, прям нежные цвета. Лика делает себе гофре. А я сделала маникюрчик себе. Что, жарко, что ли? Слушайте, у нас на улице ливень такой прошел. Это просто что-то с чем-то. Да, Лика? Не правда, да. Я аж испугалась. Окна везде позакрывали. Сейчас идет дождь, но не сильный. Все, сделала я маникюр. Все, посмотрите, как красиво. Блин, прелесть вообще. Сейчас покажу. Вот так, другая рука. Оп. Ну давай, показывай, что там у тебя. В это время что-то сделала. Та-дам! Надела кошечку Марию в пальтишко. Чтобы она не замерзла, да, Мёрз? Да, ой, еще и заколочка, красотка. Мы зашли в фикс прайс. У меня мама, я как-то ей дарила бигуди. И покупала их в фикс прайсе. И они маме очень понравились. У нее фикс прайс, она говорит, не продают. Мила, ты что там делаешь? Я думала, она ногами так делает. Слушай, а здесь их тоже нет. Я не вижу. Вот нет. Милан, прекрати. Вообще нет бигуди. Их нет. Нет бигудей. Жалко. Маме они понравились, но она их немножко испортила. Просила еще привезти. Но их нет, ребят. Ой, смотрите, какие эти животные. О, давайте без игрушек. Не, ну я пожалуйста. Просто пока... Нет, мы не будем брать. Ну, я просто показываю. А что они делают? Не знаю. Домашние животные. Слушай, Олег, нет бигудей. Нет бигудей, представляешь? Ой, мама. Так, мне а надо... Это для анализа. У него есть емкость для анализа зато. Так, пойдем, мне надо, знаешь, что? Мне надо перекись еще взять. О, нашли мы бигуди. А какие возьмем? А какие бабушки были? Фиолетовые. А есть разница? А нет. Разницы нет, у бабушки такая, что есть. Нет, вот эти берите розовые. Да вот эти, да, берем. Есть еще фиолетовые, они одинаковые. Они одинаковые. Ну все, бери. Так, мне еще надо антисептик, знаешь, и этот. Я не вижу. И перекись. Никто не видит. Пришла тетя Лена с Даной в гости. Сейчас будем пить чай, делаю чай. Буду, наверное, заваривать вот такой вот алтайский травяной чай. Всем он очень нравится. Миланка достала для чего-то тут крем. Так, сейчас делаю здесь порядочек. У нас тут разные... крема разные, гели для умывания, в общем, тоники, мицеллярка. Мицеллярка уже, кстати, заканчивается. Вообще крутая мицеллярная вода, очень мне вообще это нравится. Фирма Organic Zone. А уже заканчивается. Тоник тоже заканчивается. Все это нужно будет скоро уже заказывать. Гель для умывания Лика что-то как-то не пользуется. Я обожаю гель для умывания. У этого вообще полный еще. Это для нормальной кожи, а это для сухой чувствительной кожи. С экстрактом лотоса, с цветочной водой и лаванды. Кстати, очень приятно пахнет, прям вот очень. У меня, кстати, вот этот крем уже заканчивается, тональный. Кстати, нет, слушайте, не заканчивается. Еще, наверное, половина. Вообще, я заказала еще один крем такой. Очень мне он нравится. Я уже вам рассказывала про тональный крем. Это номер 13. А, вот. Он с фактором защиты от солнышка. Фактор защиты 30. И, кстати, в комментариях как-то писали, что тоже долго искали такого плана крем тональный. И заказали, посмотрели мое видео, заказали. Остались довольны. Ну, как сказали, что именно такой искали тональный крем долго. На самом деле... Ну, как бы это не реклама, просто говорю как бы от себя, что я тоже перепробовала очень много тональных кремов и остановилась именно на этом тональном креме. Это корейский вот крем.
Он просто вообще чудесный. Кстати, здесь 100 миллилитров. Вот интересно, у Лики. Лика пользуется вот этим. Кстати, он тоже, смотрите, с фактором защиты 20. Это макс-фактор. А сколько же здесь? О, смотрите, здесь всего лишь 30 миллилитров. А стоит столько же, сколько стоит вот этот крем 100 миллилитров. Представляете? 30 и здесь 100. Вообще, это, если честно, вообще не сравнится. Я не знаю, почему Лике нравится больше тот. Этот просто чудесный. Просто знаете, что хочу вот эту, допустим, пенку для умывания убрать, выкинуть, наверное. Лика и не пользуется. Просто стоит, наверное, уберу просто подальше. А, так, срок годности нормальный. Ну, тогда просто уберу в шкаф. Это пенка для умывания, для жирной и комбинированной кожи. Если честно, я не в восторге. Я вообще не люблю пенку для умывания. Я люблю или гель для душа. Гель для душа, то есть или гель для умывания, хотя гель для душа тоже люблю, или гель для умывания, или же скрабы. Вот такие у меня скрабы, я уже много раз тоже показывала, их куча-куча разных у меня вот здесь. А вот, а пенку вот как-то не признаю, не знаю, мне не нравится она, уберу ее, Лика ее сейчас не пользуется как-то, не знаю почему, стоит только, в общем, поубираю. Вот этот вот тоже нужно убрать, тут совсем чуть-чуть осталось, просто выкинуть, это папин Дейзик. Ну, короче, наведу тут немножко порядочек. Наш влог подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до завтра и всем пока-пока.